на борту, Жанетта поправляла текилаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулится, врубаясь в улицу, и клёши новые ласкают взгляд. Они пошли туда, где можно пить туда, достать дешевых женщин и вина. А ночью в тот же порт ворвался пароход сиянием своих прожекторов. И вышли из кают на палубу уют 14 английских моряков. У них походочка, что в море лодочка, у них улыбочка, что у слона. Они пошли туда, где можно пить туда, достать дешевых женщин и вина. Француз по имени Марус уж начал было к мэри приставать. Но постман Баунинг достал свой браунинг и на пол грохнулся француз бега. 12 мальцов засерженных волков не бросили товарища в беде. Из портики достав, забыв морской устав, они дрались как тысячи чертей. Отправился французский пароход, но не вернулись в порт и не зашли на борт 14 французских моряков. И больше никогда пусти прийти туда, где много-много женщин и вина. В один московский борт ворвался пароход, сияние своих прожекторов. Спасибо!